Всем привет! С вами бренд-шеф сети магазинов Philips Oliver Надежда Любимова. Сегодня приготовим очень вкусный кекс – имбирно-тыквенный. Мне уже не терпится начать. Поехали! Для такого кекса понадобится не особо много ингредиентов. Мука и сахар, конечно же. Тыквенное пюре у меня уже готовое, но можно просто запечь тыкву и пробить блендером. 2 яйца, немного свежего корня имбиря, растопленное сливочное масло и мускатный орех и корица уже молотые. Также вы можете в этот кекс добавить изюм, либо любые другие сухофрукты, которые вам нравятся. Начнем с того, что смешаем все жидкие ингредиенты, то есть, собственно, яйца. Разбиваем сразу в чашу миксера. Теперь добавляем тыквенное пюре. И доливаем растопленное сливочное масло. И добавляем сахар. Теперь мы отправляем наш кекс взбиваться. Взбивать будем насадкой венчиком. Нам не нужна сильно пышная масса, достаточно просто, чтобы яйца немного взбились и все объединилось. Так, яйца с сахаром у нас взбились, теперь добавляем сухие ингредиенты, то есть муку, я в нее добавила немного разрыхлителя еще. И высыпаем наши специи. Нам нужно добавить в наш кекс немного свежего имбиря. Берем корень имбиря, очищаем от кожицы. Нам нужно буквально чуть-чуть, около столовой ложки, этого будет достаточно, чтобы у кекса был такой яркий пряный вкус. Натираем имбирь на терке. И добавляем наш имбирь в тесто. Тесто готово. Теперь мы нашу форму для выпекания смазываем маслом. Будем наливать наше тесто. Посмотрите, какое оно красивое, оранжевое получается у нас. Все, осталось только перелить его в форму и выпечь кексик. И наливаем тесто в форму. Форму мы заполняем тестом на 1/3, оно поднимется до самого верха. И все, ставим в духовку на 180 градусов на 50 минут. Проверять готовность буду при помощи зубочистки, она должна быть сухой, когда мы ее вытаскиваем. Прошло 50 минут, наш кекс готов. Посмотрите, какой красивый и румяный он получается. Осталось только налить чашечку горячего чая и насладиться приятным вечером.